Когда я была совсем маленькой, бабушка рассказывала мне историю о том, как защитник прибыл на это место, чтобы освободить людей Кандака от рабства, одолев короля Актона в бою. Но общество справедливости заявляет, что тебе не нужна была справедливость. Быстрее! Ты прибыл за местью. И в ярости своей. Не убивай меня! Я дам тебе все, что пожелаешь! Я хочу этого. Твоя сила крепчала, пока ты не потерял контроль. Совет волшебников посчитали тебя недостойным силы, которой тебя наделили. Мы действовали безрассудно, и человечество расплатилось за это. Теперь же, Тет-Адам, настала твоя очередь. Я обнаружила не твою гробницу. Это была тюрьма.